Первых полуфиналиста Лиги чемпионов УЕФА Барселона и Мюнхен станут ареной ответных четвертьфинальных поединков. В столице Каталонии на стадионе Ноу Кэмп Барселона примет Пари Сен-Жермен. Многие считают, что после того, как в первой игре неделю назад в Париже Барса одолела ПСЖ со счетом 3-1, в этом противостоянии все ясно. Но парижане с этим не согласны. В первой встрече из-за дисквалификации не играл лидер ПСЖ, знаменитый швед Златан Ибрагимович. Теперь же он выйдет на поле и попытается стать спасителем французского клуба. А в другом сегодняшнем матче в Мюнхене Бавария примет Порту. Недели ранее португальская команда удивила всю Европу, переиграв Баварию у себя дома со счетом 3-1. Но чтобы сенсация оказалась оформленной, до конца Порту надо выстоять на мюнхенской Альянс-арене и не допустить поражения со счетом 0-2.